сегодня приготовим самую вкусную курочку. Нам понадобится курица. Здесь у меня примерно 1,5 килограмма, даже чуть побольше. Наша птичка, мы всегда покупаем размороженная такая, это, я имею в виду охлажденная. Так, понадобится вот такая вот аджика, именно магнитовская. Она вот именно придает курице такой очень вкусный, приятный какой-то пикантный такой вкус. Поэтому всегда покупаем только магнитовскую. Надо будет 4 чайные ложки, 2 щепотки соли, противень и электрическая печка. Ну все, достаем нашу курочку. Курочку моем, обязательно убираем в действие вот желтенький, если есть, перышки все, да, вот бывает плохо обработано. Вымыли курицу и теперь мы ее будем разделывать, пополам раскрывать. Раньше я разделывала, просто вот разрубала ее с этой стороны, да, со стороны грудки и раскладывала, но потом увидела одного там крутого ютубера, тиктокера, и он сказал, что надо вот разделывать вот именно вот здесь вот. Короче, не туда, куда я попала. Ну, вот эта часть нам не нужна. Так, смотрите, у нас здесь осталось, да, кое-какая часть, все это промываем. Укладываю курочку на противень. И мне надо одну такую хорошую щепоточку соли. Я солю с этой стороны. И далее кладу по одной чайной ложке, вот так вот, вот по одной чайной ложке аджики. И далее все в ручном режиме, вот так вот, вот аккуратненько смазываем. Не забываем про крылышки, хорошо промазываем. Смотрите, делайте так, чтобы не было скопления этой аджики в одном месте, то есть чтобы все было хорошо размазано. Теперь берем, переворачиваем. Смотрите, как она красиво лежит. И с этой стороны также щепотку соли и промазываем аджикой. Ну все. Вот в таком виде наша курочка отправляется в духовку. Можно, конечно, наложить картошечку, но у меня просто, я хочу просто запечь курочку. Вот в таком виде отправляем нашу курочку в электрическую печку на 60 минут при температуре 180 градусов. Включенный будет верхний и нижний гриль. То есть, смотрите, она будет у меня запекаться целый час. Ее не надо, ну, после того, как мы нанесли аджику, не надо давать ей там постоять, еще что-то. Нет, сразу прям запекайте. Вот такая вот курочка у нас получилась.